Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня я хочу рассказать про своего друга. Крутое кресло от фирмы Farfella X30 модели. У меня у самой два таких кресла, и мои детки пользуются именно этой моделью. И сегодня я хочу рассказать, почему выбрала именно эту модель. Итак, поехали! Первое, что хотелось бы рассказать, это то, что данное кресло предназначено от 0 месяцев до 12 лет. То есть, если мы с вами проанализируем, оно нам помогает сэкономить семейный бюджет. Ведь нам не нужно будет покупать несколько кресел разных возрастных групп. То есть мы покупаем это автокресло с рождения и пользуемся до 12 лет малыша. По-моему, это крутой вариант. Именно поэтому я такое кресло и приобрела своим детям. Второе, что мне нравится в данном кресле, это то, что у него, конечно, есть несколько положений спинки. То есть малыш может у вас не только сидеть, но может и спать. Так как наша семья любит долгие поездки, то мы, конечно же, рассмотрели для себя данный вариант, для того, чтобы дети в пути могли спать более удобно и комфортно. Дальше, третий нюанс, который мне понравился, что у данного кресла отличная боковая защита. Сейчас я поверну вам боком. Посмотрите, то есть здесь отличная преграда. При непредвиденных обстоятельствах кресло будет хорошо защищать вашего малыша. Обращайте внимание на данный факт. Четвертый нюанс, который я обожаю, это то, что у данного кресла съемные чехлы. То есть полностью всю обивку, она крепится здесь вот на такие кнопки, и мы полностью можем всю обивку снять. Вот как раз таки недавно я стирала свои кресла, и это легко сделать, и классно, что можно все элементы и все кресло, да, ткань постирать. Это супер. И дальше, еще один нюанс, который мне нравится, что данное автокресло подойдет для любого автомобиля, даже где нет изофикс. То есть это кресло для обыкновенных штатных ремней. То есть тут нет системы изофикс, но зато плюс в том, что данное кресло вы можете взять в машину друга, в машину родственников, да, то есть везде оно подойдет. И здесь есть специальные вот такие крепления красного цвета, куда вставляется ремень, что тоже удобно. У кресла очень классная ткань, которая легко отстирывается. Трехточные ремни безопасности, они регулируются по мере роста малыша, очень удобно и очень легко. Мягкие накладки. И как вы уже наверняка успели заметить, здесь очень классный вот такой матрасик для младенца. В комплекте, кстати, с этим креслом будет еще вкладыш для новорожденного, но мы его, к сожалению, уже убрали, так как нам он не нужен. Но здесь еще будет вкладыш, который тоже дает более горизонтальное положение для младенца. Классные подушечки, да, вот эти подушечки, они все съемные, по мере роста их можно будет убирать. Ну и самый классный такой экшен, это то, что это кресло-трансформер, и оно растет вместе с вашим малышом. Мы сможем с вами регулировать подголовник, да, вот таким образом. То есть оно растет реально вместе с вашим малышом. Это очень классно. И действительно, это кресло станет вашим помощником и сэкономит ваш семейный бюджет. В комплекте к автокреслу идет вот такая классная инструкция от изготовителя. Здесь написано, как правильно ухаживать, как правильно пристегнуть ремнями, все подробно и все здорово. Ну и, конечно же, гарантийный талон, который продается вам вместе с автокреслом. Если у вас остались вопросы, пишите мне в директ, рада с вами пообщаться. Подписывайтесь на мой канал, здесь всегда будут классные обзоры. И также находите нас в Instagram. Название такое же, как у нашего YouTube-канала «Коляски Пупсика». Ждем вас! Приходите!